Девочки, давайте начинать. Всем привет. Я очень-очень-очень голодная. Я буквально не могу. Мне кажется, сейчас потеряю сознание от голода. Давайте начинать и все расскажу по факту. Девочки, я первый заказала такие сэндвичи. У нас сегодня с вами, знаете что? Доставка из много лосося. О, боже. У меня, правда, перехватывает дыхание от еды. Я вам говорю, я просто сумасшедшая. Девчонки, у меня прекрасная новость для себя, в первую очередь. Сегодня взвесилась, и я вешу 70 килограмм. Ура! 70 килограмм – это очень для меня мало, потому что я долгое время сейчас не могла скинуть вес, и я весила 72, вот так вот, постоянно, 73 даже. Девочки, заказала вот у Яны Лученко, увидела вот такой вот ролл. Заказала тоже нам попробовать, она просто так его ела. Так, роллы вот такие у нас с креветочкой. Ребят, все буду тыкать, все буду показывать. И давайте том-ям. Ребят, я решила заказать просто обычной еще еды какой-то. Обычной еды, том-ям, да. Борщ тайский. Так. Ой, я такая голодная. Я сомневалась на самом деле, что заказывать. Роллы, не роллы. Девчонки, все льется. Не буду даже... Сейчас все увидите сами вот так вот. Все хорошо. Чарли, пожалуйста, уходи. Девочки, мне сердце перехватывает от голода. Нет сил. Заказала еще такую вот... хотела давно. Нигде нет почему-то спрайта. Пока ребеночек нам дает снять. Давайте попробуем. Угу. Вкусно. Так. Соусы, васаби. Чарли, уйди, пожалуйста. Нельзя. Я заказала много лосося, потому что рейтинг у них самый высокий на Яндекс.Еде. Не знаю почему. Короче, такой бардак, такой срач. Все, будем так с вами снимать. Нет времени, ребята, мне ничего красиво раскладывать. Помните, у нас были времена, когда мы с вами снимали, заморачивались над красотой, т.д. и т.п. Все. Вы знаете, что я могу красиво, но не сегодня. Ой, о боже. Ребят, все. Вот, пожалуйста, если меня сейчас кто-то слушает. Видите, что сейчас? Я вот разлила соус. По факту был бы соус в баночке с откручивающейся крышкой, такого бы не было. Чарли, отойди ты. Так, все, начинаем есть. Саби у меня тут есть. Где ложка? Ложка вот. Давайте начнем с том-яма. Я еще заказала соус спайси дополнительно. Блин, хорошо, что... Так. Так, ребятки, у нас здесь соусы. Все. Так. Рис, лайм. Привезли лайм с рисом. Я прям и лайм, и рис... Потом я бахну. Хотя я рис не очень хотела туда бахать, но ладно. Потому что рис у нас в роллах. Ребят, короче, я немножко похудела. Поздравьте меня. На самом деле, еще голова у меня мокрая. Решила все снимать, потому что не могу, хочу кушать. Пробуем. Том-ям вкусный. Угу. Том-ям у них прекрасный, много лосося. Знаете, хороший такой, не острый, идеальный. Угу. Вкусно. Короче, ребят, похудела чуть-чуть. Как так произошло, я сама не понимаю. Вы знаете, у меня был сейчас период, я прям очень хотела похудеть, что-то мало ела. И у меня до 71 доходит вес, и все. А здесь я как-то вообще расслабилась, забил на эту тему. И смотрю, сегодня я такая, смотрю на себя в зеркало, думаю, ничего себе, что-то я похудела, что ли? И на весах. Семьдесят с половиной. Слушайте, вкусно. Вкусные роллы. Вкусный авокадо. Знаете, я брала много лосося раньше, меня как-то особо не впечатляло. Ну, было вкусно на самом деле, но без вау. Тут давно не брала. Вот сейчас пробую этот ролл, это с креветочкой, хотя ролл.
Очень вкусная креветка, вкусный ролл. Вкусно. Вкусно, ребят. Так, давайте кушать. Короче, чуть-чуть вес идет вниз. Мне надо весить хотя бы, ну, 65. Хотя бы 65, чтобы быть в хорошем своем весе. Так, вот такой у них ролл. Знаете, как шаурма. Пробуем. Ой, ребята, очень вкусно. Слушайте, много лосося. Смотрите. Видите? Это очень вкусно, ребят. Это прям очень вкусно. Это свежая рыба. Это, слушайте, это удивительно. Много лосося стали лучше. Они раньше были ничего. Но сейчас это очень вкусно. Посмотрите. Нежнейшая рыба. Рыба внутри. Рыба снаружи. Вау. Очень вкусно. Рыбка шикарная. Посмотрите. Я заказала отдельно еще соус спайси. Вот это в тему. Стоит такой 790 рублей, оправданно. Очень вкусно. Я прям весь съела, прикиньте. Обалденно. В общем, вес пошел вниз, ура. Потому что я, если честно, расстраивалась. Что я такая полная, как бы. Я не прям полная. Ну, просто, знаете, такая пухленькая. Арине сегодня давала прикорм. Капусту цветную. Ей понравилось. Сейчас смотрит, типа, что ешь? Так, давайте попробуем вот эти вот. Вот это вот. Это типа, знаете, клаб-сэндвич называется у них. Чего? Это типа у них называется клаб-сэндвич. В общем, у меня появилась надежда, что я смогу все-таки, знаете, прийти в норму. Сейчас, ребят. В общем, что я смогу по итогу прийти в норму и стану стройной опять. Не хотелось мне сегодня ролл заказывать, но это очень вкусно. Много лосося. Что ты делаешь? Ребята, они изменились. Они были более обычные. Очень вкусно. Прям очень. Я просто голодная, видимо. Нет, правда вкусно. Такой кайф. Очень вкусно. Прям, знаете, свежайшее. Обалденно. Короче, вес пошел вниз. Ну, знаете, я не скажу, что я как-то по-особенному что-то ем. Нет, я просто даже сладкое ем. Просто я не зациклена на еде, знаете, какое-то вот такое вот легкое питание. Дало такой эффект.
И когда начинала снимать мукбанги, я весила 60 килограмм. Потом к беременности я набрала до 70. В беременности была 82. Максимальный вес. И вот сейчас я опять спустилась до 70. Ну, ребята, очень хочется вернуться на 60 килограмм. Ну, представьте, минус 10. Это огромная разница. Мне, кстати говоря, пришли кроссовки. А, ребят, кому интересно, я хочу сейчас... Ну, не заняться кроссовками. Короче, заказала я кроссовки. Буду их продавать. Продаю за, не знаю, 10-11 тысяч. Они очень долго шли. Я вам покажу все в Телеграме. Заходите. Кому интересно, оригинальные кроссовки New Balance. Так. Ну, вот это просто... Пойдем гулять. Невероятно. Ради этого стоило целый день не есть. Мне как-то... Нет, я поела, я пообедала. Спасибо большое за... приятные слова в комментариях. И по прошлым видео, видео с Катей. Круто, я очень рада, что, ребят, вам нравится такой формат. Мне, если честно, самой нравится снимать в компании. Одно и скучновато. Но тоже сложно найти, с кем снимать. Не все хотят сниматься. Ну, это понятно, я как бы уже привыкла сниматься. А для людей, даже Катя говорила в тот раз, потому что вот я немного переживаю, правда? Когда первый раз снимаешься, переживательно. Мне особо не с кем снимать. Но прям в компании намного лучше, интереснее. Когда один приходит какие-то темы придумывать, ну, что-то такое. Красиво, да? А вдвоем сел... И как заболтал. Ребят, ну видите, что мне очень вкусно. Много лосося. Но рейтинг 4,9, это очень высокий рейтинг. Там у всех 4,8, 4,7. 4,9 заслуженно. Мне привозили в Терезин, такого не было, что так вкусно было. Сейчас у нас похолодало. Мы сегодня уже с Ириной гуляли в осеннем комбезе. Ну, я, честно, хотела холодов. А сейчас холода наступили, думаю, блин, нет, я не хочу, я хочу тепло, верните меня в тепло. Как вам, кстати, что видео выходит чаще? Я стараюсь снимать каждый день, ну, через день. Что будем есть на следующем мукбанге? Ролл не предлагать, давайте что-нибудь новенькое. Я думаю, что на следующем мукбанге можно будет покушать... Не знаю, вот пишет дубайский шоколад, где его найти только? Стараюсь выкладывать чаще, выкладываю сразу на все платформы. Поэтому смотрите, где вам удобно. Обалденно. Мне, в общем, так понравилось быть на фотостудии, что я даже подумываю, может быть,
У меня сегодня день рождения, снять фотостудию. Пофоткаться там. Короче, буду делиться с вами результатами своего похудания. Я сейчас сделала обертывание. Мне кажется, это просто обертывание похудело. Сегодня сделаю еще обертывание. Не знаю, может, ее двигаться больше стало. Короче, вот это, на эти роллы я вообще не рассчитывала. И они тоже оказались очень вкусными. Креветки у них очень вкусные. Ребят, все, последний ролик, потому что я уже наелась. Ну, конечно, вы видели сами. Блин. А дешевница дает мне поснимать. Сама играется. Ну, уже под конец ей сложно одной. Играться скучно. Кстати, девочки, у вас как дети с вами спят, у кого грудное вскармливание? Алина что-то с нами спит. Я перекладываю, потом ночью надо спать, опять к нам, и все, она спит до утра с нами. Слушайте, ну тот ролл я просто проглотила. Как так? Не могу еще хочу. Надо, в общем, чтобы был такой вкусный, аппетитный мукбанг, надо прямо садиться снимать голодный. Потому что так вкусно. Ну что, девочки, ладно, хватит, да? Спасибо всем большое за просмотр. В общем, кому интересно, заходите в Телеграм. Оригинальные кроссовки продаю я. Доставка была очень долгая. И мне кажется, они уже подорожали, пока была доставка. Доставка была месяц. Увидимся в следующем видео. Я все съела. У нас первый такой мукбанг аппетитный, мне кажется. Люблю мукбанги. Люблю. Мой любимый контент. Мукбанги, болталки. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в Телеграм, заходите в гости. И всем пока.